для детей, которые мажут волосы фактически, да. То есть такой детский крем очень нежный, очень аккуратный, бережный и так далее. Типа крем присыпка, да? Детский крем, да, для кожи. Значит, целевая аудитория — это молодые женщины, вот, либо это женщины, которые просто первого ребенка родили, это могут быть уже и там 40 лет. Да, то есть это именно в основном первый ребенок. Первый ребенок, потому что уже несколько раз рожала, они все знают про эти крема, зачастую могут вообще ими не пользоваться. Крем остался от первого ребенка. Большой фасовки. Поэтому это в основном молодые женщины с первым ребенком. Значит, здесь мы решили, что наша платформа и стиль, наверное, ощущение от бренда должно стать, что должны стать следующие характеристики, что он экспертный, что это именно такая врачебно обоснованная позиция. Люди знают, что производят, благодаря тому, что куча исследований, например, британские ученые катались, все такое. Нежный, естественно, что в первую очередь это забота о самом младенческом возрасте, еще маленького человечка, это, естественно, конечно, нежный. И добрый, добрый во всем. Что он, во-первых, добрый как мама, добрый к людям, добрый, собственно говоря, вообще, что же еще не есть. Значит, инсайт, который есть у нашей аудитории, мы предположили, что инсайт может стать основной инсайт, что я хочу ребенка самое лучшее выбрать, но не знаю что. В данном случае это из всего многообразия косметики. И основной инсайт, на который мы решили опереться в нашей Big Idea, это что я сомневаюсь, что детская косметика универсальная, что крем для мальчиков или для девочек, то есть крем для мальчиков подходит для девочек, и наоборот. То есть хочется разделить, то есть есть крем для мальчиков, есть для девочек, чтобы легче было выбрать, когда вообще куча сомнений. Ценовой сегмент у нас средний плюс. Не знаю, что это означает, но ну, надо просто изучать рынок, тогда мы будем знать, сколько это стоит. Наше основное уникальное торговое предложение. Это разные цвета. Разные цвета самого крема и разные цвета, ну, разное наполнение упаковки для мальчиков и для девочек, такой гепарный разрешение. Ну, понятно, что он гипоаллергенный и с дозатором, грубо говоря. Соответственно, название, которое мы предположили, Little M. Little M, причем на баночках или упаковочках для мальчиков будет подписано мистер, для девочек, соответственно, мисс. Я не скажу, что мы произвели гигантский фурор в плане, там, например, шрифтового решения, но хочется воспользоваться таким шрифтом, который будет создавать ощущение некого, ну, может быть, небольшой строгости, в нем должна быть присутствие строгость, он должен быть легкий. Воздушный такой, да? Да, здесь он такой получился у нас немножечко угловатый, нам кажется, что может быть это из-за того, что он чуть медицинский. Вот, ну, как бы совсем профессионально применение. Да, профессиональный экспертный уровень. Ощущение, которое, ну, вы видите, что вот это ощущение, это, во-первых, присутствие врачей, педиатров и счастливое детство, радость, полные штаны. Именно вот это нежное такое, губанчики, чуть-чуть зацепили, и эта тема, может быть, зелененького такого что-то должно быть. Обратите внимание, что только за счет одного шрифта мы сразу коммуницируем и современность за счет того, что это гротеск, и профессионализм за счет такой нарочитой угловатости и такой строгости, и одновременно легкость за счет разрядки между буквами. То есть один шрифт только сам по себе очень много может передать. Поэтому мы предлагаем вот такой концепт разделить для мальчиков и для девочек, соответственно, как идея вообще на упаковке, например, карапуз в шляпе и карапуз девочка, ну, вот, в женской шапочке, какое-нибудь такое смешное, что-то такое элегантное, с простыми цветами, много воздуха, чисто зарубежная упаковка. А цвета будут разные, то есть крем для мальчиков синий, вот, а крем для девочек розовый. Ну, таким образом подчеркнуть, может быть, упростить выбор молодой мамы. Вопрос. А название чем вызвано? Почему на английском языке? Так как еще пока сильна некая уверенность в том, что там делают лучше, чем у нас, поэтому мы решили опереться, ну, наверное... Просто, чтобы продать крем дорого, на нем должна быть надпись в латинице. Наверное. У потребителя такое ощущение сейчас. Общий внешний вид будет достаточно
начиная с какого-то уровня, в кириллице надпись уже не купится. Типа бархатные ручки или еще что-то. Люди не испытывали разрыва шаблона в виде русские буквы и такого современного зарубежного потока. Бен, что скажешь?